сегодня в Ортлов. Ортлов, вот он, слева. Вижу, да. Прямо вот гостиница красный. Россия и бывший офис ЮСЭЛа. Пробки, пробки, пробки. Здесь поставим. Вообще просто супер. Смотри, мы прямо. Ох, как прямо для нас. Да подожди, подожди, подожди. Ай! Ты успел? Такой, слушай. Пафосный такой чиракчи. 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 Он с луком или нет? По-моему, он с луком должен быть. О! Ну-ка. О! Пошла жара. Смотри-ка, тут долма, все дела, короче, яйца обязательно, две штуки, комплект, ну, будем пробовать, Ортлов, что в нем должно быть артистическое, наверное, виртуозное изготовление, надо распробовать артистизм в этом плове. Если что, кто знает, что за артистизм в нем должен быть, напишите. Два яйца на артистизм не похожи. Козы, долма. Будем пробовать. У тебя хорошо получается вот это вот, когда... Ну, давай я покручу. Вот. Ты держишь в кадре? Да. Вот. Ну, здесь пай у нас не это самое. Нет, пая нет. Пая нет, да. Красота. В эту сторону можно вот, как руль раз покрутить, вот в эту вот так, как будто на тачке едешь, раз у нас джин. Главное вот на яйца ориентироваться вот так, все. Ну приятного аппетита, да? Да. Поехали. Начинай. Ортлов. Как, чё? Диетический. Он просто легкий, диетический. Да, диетический. Да. Ну, такой все время по твоей любимой. Да. Бессмертная классика. Да, да, именно бессмертная классика. Вечно живая, как Владимир Ильич. Да, чисто классический такой, ташкентский плов. Здесь кафе, ну, вообще, мне кажется, это вот можно рекомендовать. Там молодежное оно больше. Вот без лука, например, салат. А вот чиракчи салат, его раньше не подавали. Это была чисто домашняя тема. Смотри, маркетинга вот на глазах. Ну да. Это вот с этого года практически в любом кафе появился чиракчи. Ну-ка, долма как? Это не долма. А что это? Колоток. Колоток? И разница, к долму добавляем рис. Но. А вот колоток, там только фарш. Только мясо. Лунка. Ну так люди говорят. Ничего, вкусный плов. Да, он поет. Я бы его назвал современным узбекским пловом. Ты знаешь, я думаю, что вот это расположение само на центральной улице, да, оно говорит само за себя. Конечно, локация, что здесь локация. Будет. Что здесь будет именно вот такой вот современный плов. Абсолютно идеальный в плане ташкентской классики. Ну сейчас я чуть-чуть там. Мне маслица попалась, я уже рад, уже хорошо. Угу. Не, плов хорошенький такой, заходит. Переварится он быстро. Ну, судя по тому, что ты, у тебя тарелка чистая, плов удался. Да, я люблю. Один из моих любимых плов, именно вот этот. Просто ташкентский на минималках. Да. Все остальное я считаю как бы изысками. Такой плов я могу вместо манной каши, да, заточить. Вот именно такой плов можно есть каждый день.
повседневный. Он повседневный, да. Раньше, по сути, вот он такой был. И мы не привязывались к месту. Точно. А потом наступила эра маркетинга. И началось. А давайте-ка добавим яйца. А давайте добавим перепелиные яйца. Ага. А давайте добавим козы. Ага. А давайте ведем колоток. Это просто действительно классика, которая без всякой натяжки. А те были там чуть-чуть рис недоварены, где-то что-то еще там, в общем, накосячено. А здесь полноценная классика. Классика, которую приятно кушать, все. Рис жуется. Ностальгическая такая, как бы, тема. Свадебный праздничный повар. В 11 готовый. Ага, он бы открывается. Первый казан. А второй? Ну, после обеда. Это вот так вот, да? И до вечера остаются? Да. Два казана делаете, да? Не, больше пил. Это чеханские. А, это на заказ? Нет, на продажу. А просто на продажу, да? Да. То есть можно и такой, да, выбрать? Да, любой мой сюжет. Ага.